Глядя на глянцевые фотографии, которые знаменитости публикуют в социальных сетях, можно подумать, что в их жизни всегда светит солнце, и не бывает никаких горестей. Но звезды – это тоже люди. Они плачут, страдают и теряют близких. На днях Лера Кудрявцева рассказала о личной драме. Оказалось, что ее мама серьезно заболела. Александра Ивановна отправилась на отдых в Алушту, и там внезапно ей стало плохо. Маму телеведущей срочно госпитализировали. В Алуште живет родная сестра Леры, к ней в гости и приехала Александра Ивановна. Она планировала насладиться долгожданным отдыхом, радовалась летнему солнцу и ласковой морской волне. Ничто не предвещало беды, однако ночью Александра Ивановна почувствовала недомогание. Сестра Леры вызвала бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у пациентки высокое давление, которое привело к инсульту. Было принято решение доставить ее в больницу. Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. «Мамуля, люблю тебя сильно, сильно», — откровенно призналась Кудрявцева. Она также напомнила своим подписчикам, что нужно беречь родителей и проводить с ними как можно больше времени. Сейчас Александра Ивановна находится в Крымской областной больнице имени Семашко. Телеведущая поблагодарила врача Софью Александровну за ее неустанную заботу и за то, что она в ответственную минуту проявила профессионализм и оказала маме звезды квалифицированную помощь. Напомним, что Александре Ивановне 78 лет, и она очень близка со своими дочерьми. В частности, она нередко отдыхает и путешествует вместе с Лерой. Подписчики откликнулись на откровенность телеведущей словами поддержки. «Скорейшего выздоровления маме, маме, здоровья, тебе, выдержки, все обязательно будет хорошо, отправляю заряд бодрости и здравия, крепко обнимаю, держись, подруга». Если нужна помощь, я тут, врачи в Крыму дело свое знают. Скорейшего восстановления эмоционально отреагировали пользователи сети.